Кубок Лиги чемпионов УЕФА уже в Украине. Послы финала и Андрущак, и Андрей Шевченко торжественно пронесли главный трофей европейского клубного футбола по центру Киева и передали его мэру столицы. Как отметил Виталий Кличко, на финал престижного футбольного чемпионата в Киев приедут десятки тысяч болельщиков из разных стран. Это еще одна возможность презентовать Украину. Напомню, финальный матч Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на стадионе Олимпийский, а финал женского турнира пройдет 24 на стадионе «Динамо». Я переконаний, що ми зможемо провести на такому ж самому рівні, високому рівні, як ми провели і чемпіонат Європи 2012 року, і як ми провели на високому рівні пісенний конкурс Євробачення. Кожна людина, яка прийде до нашої столиці, буде виїжджати з емоціями. Знов повернутись в наше чудове місто.